Ну вот мы подъезжаем. Появился какой-то крест на горе и... Где крест? Какая-то выемка интересная. Вон там пещерные города, я отсюда вижу входы. Интересно. Что-то уже здесь было. Кермен. Кыс-кермен. Да. 1,3 километра. Тепе Кермен 1,5 километра. Вот Тепе Кермен, самый красивый город, находящийся на высоте. Мы его увидим уже отсюда, но фиг мы к нему подъедем, конечно. Вот мы туда подъехали, к Тепе Кермену. Сейчас пытаемся объехать горы, найти хоть одну тропинку, которая ведет туда. По дороге на подъем встретили лагерь. Красивые там столики такие и так далее. И людей, сейчас тоже поднимающихся туда же. Передать информацию о Тепе Кермен. Да, пробка тут, конечно, есть. По-любому, без нее никак. Подъем единственный, все верно. Других тут практически быть не может. Едем по нему, посмотрим, насколько близко можно подняться на наших машинах. Хотя похоже, что не очень. Ну вот мы приехали. Пещерный город, он самый тяжелый. Потому что надо очень много подниматься в гору. Мы приехали до той точки, до которой имело смысл ехать. Причем, видимо, не только на нашей машине, а вообще. Говорят, что дальше еще там можно проехать буквально 150 метров и все равно тропинки. Так что смысла ехать вообще никакого нет. Потому мы идем по тропинке вверх. Не знаю, я не засекал. Человек тоже. Но все говорят, что тяжело. Так что идемте. А вот он город. Не так все и страшно. Мы поднялись. Ой, прикольный город. Не уходите там, блин, а то вы все уставшие. Ты что, там крыса или это змея пробежала? Нет, вряд ли крыса, да? Вряд ли, да. Змея, наверное, да, Миша? Ну, похоже, это для водопоя. Животное. Здесь эти животные, а где Юра? Он туда залез. О, какая красота. Прикольно. Это, может, стойло, да? Может, тут животные водичку пьют? Похоже на то, что это стойло. И сюда. Как они там стойло, да, эти? Ну, что, немножко сюда животные вряд ли хотели ходить. А? Люди сюда ножками вряд ли ходили. Сейчас идиоты только ходят ножками. Да, они же раньше на осликах, наверное, ездили. Казалось, там много страшнее все. Как я говорю, с таким уклоном не может высоко долго идти дорогой. Еще очень быстро набирается высота. Фух. О, нифига себе, тут такие красиво, блин. Прикольно. Угу. Какие многоэтажные. И вон там еще этажи. Ну, таунхаус реально. Думаешь? Да. Так, это можно за две. Место для очага. Охренеть тут. Да, в общем, такая вот пещерка. Интересная. Ну, тут мы не видим характерных дырок для свечек, да? Почему-то их нет. Что забавно. Ну, может, увидим потом. Вот, попьем водички. Немножко остынем после подъема. Какие-то не совсем понятные ручки. Нахрен они нужны? Не ясно. Вот. С прорезями, что за хрень. Ну, идем дальше. О, какие тут стойла, блин. Близкота. Опа. Фига тут такие многоэтажные квартиры.
горах. Ну вот, забрался на второй этаж. И впечатление, что это все-таки были захоронения. А тут лежали гробы. А здесь была могила. Очень похоже. Понятно, что было. Тут непонятно, что было. Чудеса да и только. Однако. Ух ты, иконки. В Петре нам говорили, что подобные штуки это все-таки под гробы. Так что, наверное, это все-таки есть какое-то захоронение. Все-таки, как ни крути. Такие вот ниши подсвечили. Под иконы. Все-таки тут имеет место быть. Вот еще входы. Прикольные. Ага. Все-таки люди были карликами раньше, однозначно. Тут нормальный человек не поместится. Низко слишком. О, какой тут двухэтажный дом. Вот он, классический таунхаус того времени. Первый этаж. Большие какие они тут, здоровые. Да, тут стоили более капитально, чем там даже. Место подсвечки. Тут какие-то вообще непонятно, от чего осталась такая надпись. Обалдеть. Смотри, я тебе сейчас все расскажу. Давай, рассказывай. А вот это наша с тобой кроватка. Да? Это царское ложе. То есть, то бишь, тебе и меня. Понятно. Вот. А вот это кроватка Люлькина, то есть Юрикина. Понятно. Это люлька. Ясно. Даже потому что с бортиком, ну как бы, чтобы он не выпал. Понятно. Вот. А это? Ну, хрен знает. Для гостей, для гостей. Слушай, я, конечно, гроб тоже хотела бы посмотреть. Залезай. Ну, там не гроб этот самый, там... Ямка под гроб, да, а в Петре. Однозначно гроб. А куда гроб? О, какая красота. Да, разумеется, разорил кто-то уже много раз. О, как тут интересно. Да, прикольно. Ох, как выдолблено. Хм. Интересно. А эхо какое? Да, вот такие вот многоэтажные пещерные жилища тут выстроены. Маленькая такая комнатушка, кладовка. А это что такое, непонятно даже. Окошко с травой. О, вот тут тоже гробы, да? Да. И даже поглубже, я бы сказал, такие захоронения, да? Может, здесь несколько семейных? Да, скорее всего. Здесь вот тоже был склеп. Вот, залезай сюда, увидишь тут. То же самое, даже поинтереснее и поглубже. Вот эти склепы. Во. Так и где эти захоронения? Вот они, видишь, места под гробы. Фига тут, и дырка такая вниз идущая. Прикольно. Таунхаусы. Вот что-то здесь. Да. Явно под что-то это выдолбали. Вот такой вот тут внизу входик. Прикольный. О! Смотри, какая бабочка, Наташ. Вот зачем выемки, видишь, в горах? Чтобы бабочки могли ночевать. Домик бабочки. Точно. Это домик бабочки. Теперь кермен.
Ух ты, фига, тут интересно так. Это что такое? С такой хренью непонятной, да? С хвостиком, дырка с хвостиком. Тут второй этаж. Дырявый. Обалденно. Прикольно. Чем они так сверлили? Интересные датчики. Были какие-то сверла, значит. Вот тут явно какими-то кирками фигачили. Да, красота. Ух ты. Тут нормально было, наверное. Ну да, я понял, что ты хочешь полазить. Ох, какая красота. Да. Ну что ж, первый этаж. У тебя опять гробы, Юр? У тебя опять тут гробы? Это что такое, туалет? Непонятно. Ух ты. Фига, тут такие... Ох, ёлки. 1953. Да, надписи вот. 1953 даже. Имеет место быть. Ниши под свечки или осветительные приборы. Какие-то непонятные. Забавно. О, какие дырявые большие проходы. Аккуратно, Юрка, тут как бы не обвалилось оно все. Ну, да, все потрескалось. Я не. Ну, люди раньше были явно меньше ростом. Приходится сутулиться. Ну, как мама где-то. Ничего. Да, 1.50 м, не больше. Плохо, мы тут походили, прикольно. Угу. Ого, тут такие проходики. Угу. Да. Красота, лепота. Ух, виды-то какие, какие виды. Офига тут. И вот опять этот странный круг, да, с прорезью. Да. Непонятно, зачем нужны. Неужели тут хлев? Вот какой нахрен тут хлев? Потому что это же второй этаж. Как сюда лошадь-то загнать? Вот такие проходики тут, да? Узкие. Непонятные. Ух ты. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы даете хату посыпочку? Хе-хе-хе-хе. Там душ есть? Точно, точно. Ух ты. Большие тут. Да. Вот высоты. И дорога, по которой мы ехали. Что накорябано? Короче, первому детально исследовавшему ученому этот город. Ух ты, да, вот эта высота, конечно. Ого, я вижу опять сота. Значит, не обошлось без инопланетян, которые были в другом городе. Они здесь тоже откладывали свои яйца. Вот мы и разгадали тайну и этого пещерного города.
Ходите только аккуратно, видите сами, какая пропасть с левой стороны. О, какая красота. И соты. Три этажа, да? Нифига себе. Ух ты, ящерки скачущие. Везде тут. Да, ничего себе тут, да, несколько этажей. Раз, два. Там, наверное, действительно где-то есть третий. Типа окошко в трещину, да. Тоже вот эти дырявые клини, непонятно кому надо. Неужели животные тут жили все-таки? Это как они сюда забирались на второй этаж-то. Да, может быть. А здесь чего? Вначале животные, а потом комната. И еще животные. Хрень какая-то. Что это такое? И с дырочками. Понятно. Ой, фига тут оно. Фух. Эти потолки, они очень низкие. Свечка вполне себе современная. О, какие трещины. Куда ты там залез? У-у-у, и как оно там? Еще проход. Ну да, современная. Современно раскрашенная хреновина. Такой рисунок банковский. Да, прикольный город. Большой. Такие вот они тут проходы. Но опять-таки, они любили выбирать жилище с правильным видом. Ну, просто порода на самом деле подошла. Ну, порода, конечно, да. Но и вид, безусловно, тоже. Какая высота. Какие глыбы. Практически отвесные, да? Тут жилище явно больше. Вот относительно тех, которые мы бы видели там, да? То есть там, наверное, жили рабы, а здесь жили хозяева. Или нет, здесь жил средний класс какой-нибудь, да. А там жили рабы, точно. Та. Где она? Ты ее зажал? Вот она. Бедняга. Поверь, ей есть куда бежать от тебя. Вот она. Жопа шустрая. Потрогать хочу, не боюсь. Они кусаются? Да. Эти кусаются? Да. Ну, не больно. Слушайте, а где тропка? А, тропка вот. О, еще побежала. Да, теперь это дом ящериц, ну смотри. С оторванным хвостом, бедняга. Это не трава. Он отрывается очень быстро. Мне надо его отбрасывает. Когда на него нападает, она его отбрасывает. В надежде на то, что тот, кто нападает, сожрет хвост и успокоится. О, какой глазастый. Два глаза и рот. Ой, тут даже очаг есть. Прикольно. Оп-оп-оп. Есть, я залез сюда. Комнатная квартира. И дырка. А вниз. Это действительно вора. Каменные. Валя с соломой. Какой вид открывался из этого жилища. Ох, какая красота. Ох, ящерки побежали. И плющом все заросло красиво.
все в ящерках. Ух ты, как красиво плющ тут вырос перед входом в это жилище. О, смотри, еще какое-то растение интересное. Тут ящерки. Здесь жил шаман или эльф. Ну, видишь, как его природа любит, даже после смерти. Все кругом росло зеленью. Друид, друид вот. Большое. Это что, сталактиты, сталагмиты? Охренеть. Это колонна, видимо, была декоративная. А теперь сталактит или сталагмит остался. От нее прикольно. Что-то подвязывали. И действительно скот. Да, большой город. И отличный вид. А вот обсерватория, которую мы хотим посетить тоже. Смотреть за достопримечательностями. Че? Да? Где? Вот. Пушки вот. О, прикольно. Тут какая-то, видимо, войсковая часть стоит. Вон какие танки мощные. Угу. Тут снята куча военной техники. Моя красота. Что-то пирамидальные тополя. Ух ты, как тут зеленью поросло все, смотрите. А тут еще города. О, нифига тут такая дура большая. Не совсем понятно, что это. Естественное ли это происхождение? Или искусственное? Но выбоина большая. О! Там есть люди. Круто! Сейчас пойдем туда. О, какая высота. Там вот тоже пещерный город какой-то, да? Там он будет не это? Не здесь будет? Нет. Мангуб дальше? Мангуб в другом, по-моему, месте где-то. Здесь это третий есть. Я не знаю, да. Не помню название. Да-да-да. Вот, наверное, он там. И какие-то есть дырочки. Не приблизили танки. Да, а тут везде танки и бронетехника. На кого они же стоит? Угу. Ты что, гоняем? Точно. Какая красота. Вот. Явное захоронение. Прямо-таки на обрыве скалы. Красота. Можно, наверное, вот там вот как раз поднять. Да, красиво. Ёлки зеленые. Просто обрыв такой внизу. А вон еще люди идут, смотри. Вон, с неправильной стороны. Поднимаются с неправильной стороны. Ну да, они тут замучатся подниматься. А, не, есть, вот, смотрите. Вот-вот, здесь можно тоже учапать ножками. Это будет тяжко, но можно. О, скалы еще там интересные. Тут вот захоронение. Я сейчас все пойдем под гробы. Под трупы. Надо, чтобы были вон, блин. Открывается такой большой. Ну вот, нам подсказали, как подняться на самый верх.
И мы сейчас полезем туда. Обойти скалу и с другой стороны. А нет, тропинка? Тропинка-то вот она. Красота. Туда. Ну вот, у нас небольшой привал. Вот в таком вот чудесном месте. Открываются чудеснейшие виды. Там вот тоже какая-то дырка квадратная, видите? А вон, прямо вот туда. Что это такое, не совсем понятно. Такая красота тут. В общем, чудеснейшие виды. Горы такие зеленые-зеленые. Красивые-красивые. Относительно Египта, да, например, где город ей выжженный, да? Нет, он не травиночки, да, тут все такое зеленое-зеленое, да? Забавно смотрится. О, а тут еще дома, смотрите-ка. Вот такие вот жилища. Здорово. Ничего себе. Даже окошко. Из нашего окна площадь красная видна. Из нашего окошка видно полигон немножко. Как-то так. Ой, красота. О, видел дырку, да? Нет. А что там? Не глядал? Нет, маленькое жилище, вроде ничего особенного. Сунь голову. Ну, простой домик. И все? Маленький. Низкий, да, засыпанный, скорее всего. Ох ты, это вот какие-то штучки, чтобы что-то класть. Непонятно. С этой стороны вот домики. В общем, можно идти дальше по низу, получается, за выступ, за мыс. Вот такие камни. О, смотрите-ка, каменные ступени, крапива и хата. Еще одна хатка. А вон ступеньки выше. Тут что ли подъем был раньше? Раньше, да. Да может и нынче. Да, ого! Вот это я понимаю, хатка. Вот площадь и потолок правильной высоты. Тут много мух. Кто-то копал. Много копал. Высота. Ого. Тоже хатка, да? Такая прям в скале. Выдолбленная. Ну, а здесь жили люди. Тоже. Светильники у них были. О, а тут, видишь, какие-то ниши, да, под статуей, что ли? Юрка, смотри, там большая хата. Проход в особо секретную хатку. Гору. Попробуем подняться. И мы... Опа. Костя, сейчас посмотрим. Вот, залезли мы в секретную хатку. Вдалеке от троп. Обычных. О, тут был балкончик, смотри, да? Терраса с балкончиком. Угол рождения. Чтоб не попадать. Ух ты. Действительно, Костя, смотри-ка. Хе-хе. Будешь смеяться, человеческие.
Да. Очень похоже на человеческие кости. И ложка, чтобы одевать одежду. Тут были захоронения. Вот, наверное, оттуда вытащили. Ну, какие тут дырки, красоты. Да. Что там? Ящерки. Да, их тут много. Вон, раз, два, три. Ну, смотри, как они скачут тут. Четыре, пять. Шесть. Все в ящерках. Семь. Это теперь их дом. Посмотрите, как шпарят, вон даже бабочки летают. Обалдеть. Та, которую мы видели. Хитрая бабочка. Прикольно. Кости забавные. Ух ты, вот это вид. Не зря полезли. По-любому не зря. Так. Ну, в общем, Наташ, тут круто, интересно. Тут кости. Человеческие. Чё? Ну нет, конечно, не свежие. Очевидно, снег могил. Нет, серьезно. Проход дальше. Непонятно. А что, нам сюда, что ли? Получается. Дальше-то не пройти. Красота. Тропинка уходит сюда, да? На маму надо поднимать, короче. Похоже, да? Так. Да, тропинка уходит сюда однозначно. Маму надо поднимать. Ага, а я с ним все это время ходил. Вот такие вот скалы и уступы мы вынуждены преодолевать периодически. Нет, ну я попытаюсь до какого-то момента. Такая красота. Давай. Это наш фотоаппарат. Это наш рюкзак. Давай следующий наш багаж. Вот таким вот образом мы подняли маму. Она прыгнула на папу. Че, на камне-то? Камни твердые. Вот, ну, я туда, аккуратно туда отнесу. Ага, вот, пролезай, пролезай. Молодец. Боже, ура, мы победили. Ну, вот наша мама после эпического подъема. Человеческие. Да как они тут оказались? Из могил. Очень старые, видимо, человеческие. Очевидно, из захоронений. Так, а вот эти ветки, так кто сюда затащил? Ну, а это современные люди. Как и кости сюда затащили современные люди, естественно. Ты что думала, тот, кто здесь умер, да? Да, затащили. Ну, как вид, да? И все в ящерицах, конечно. Раз, два, три, тут шесть, семь. В общем, все в ящерицах. И балкон нет. Такой вот. Так это ящерицы убийцы, Миш. Точно. Они замочили. Точно. А где тропинка-то? Вот. Шучу. Туда, конечно. Не, я туда не полезу. Ты чё? Здесь вот нормальная тропинка. Это хорошо. И зелёная. Опа. О, ещё жилище. Холодненькое. Да, смотри, опять три. Ты ж так, это прямо как это... Да, глаза и... Рот. Да, вот, правда, еще вот немножко из общей картины выделяется. О, еще люди. Мы вышли к людям. Это, наверное, те, которые наверху были. Угу. Надеюсь, добыча обидится. Ой, какая красота тут. Многоярусные пещеры. Ух ты! Елки. Да, глубокие. О, опять эта колонна сталактит, сталагмит. Так. Большая. Ух ты. Да, ничего себе тут. Прям холодильник, да, остыть можно. Да, ощутимо холоднее. Тут, не знаю, 15.
Ух ты, мышь. Не одна даже. Мышка с мышонком светит мне. Вах, как я их засветил. Да, мышка и мышонок. О, какая прелесть. Гы, на палубе. Звери. Только не трогай руками в любом случае. Тяпнет. Потом еще от бешенства уколы делать. Да, какая красота. Бабочки. А вот тут, о, здесь еще один. Здесь. Еще мышонок? Гнездо. Да. О, смотри, раз, два. Да, смотри, мышиное гнездо. Три. Именно мышиное гнездо. Ты абсолютно прав. Здорово, мы их нашли. А что они здесь кушают? Не знаю. Мама мышь что-нибудь приносит. А мыши такие хорошенькие. Угу. Так он везде. Мышатки. Ух ты. Глубоко тут. Да. Два яруса. Кроватки. Да, ух ты, тут. Тоже прикольно. Здесь нормальные потолки. Здесь сразу видно, с одной стороны жили нормальные современные люди, а с другой стороны какие-то карлики. Ой, но входы и здесь были низкие. Ой. Ой, елки. Красота, лепота. Вот мы наверху этих пещер. Они типа под нами. Такие вот провальчики навевают на мысль, что там может быть что-то еще. Красота, а? Какие камни. Дырки. Ничего себе. Там темно. Вот такие тут дерева. Красота. Лепота. Ух ты. Что, проход вниз, да? Здесь можно я же сфоткаюсь? Круто. Давай, сфоткай. Ничего себе, тут жилище такое. Да, прикольно. Ух ты. Ну, все-таки, что это за круглые штуки-то? Вот надо было спросить, да? Ух ты. Ничего себе тут так. Ты сюда ходила вторую часть? Обалдеть. Дырка посередине, непонятно для чего. Большое жилище. Очень большое. О! А я отсюда вышел. Там большое жилище такое, прикольное. Обалдеть. Это действительно самый красивый город. Из этих каменных самый интересный.
Опа. Ну что, тут так прикольненько. Опа-на, опа. Прикольно. Ух ты. Красота. Вот, блин, вход-то тут, что ж, карлики жили, блин. Ой, ёлки. Явно карлики. Ой. Наверное, надо на росте распрямиться. Вот такие вот дырки, видим, под рычаг. Сейчас используется. Забавно. Самое интересное действительно наверху. О, нифига себе, тут такие ступеньки. Ёлки же. Фу. Ух ты, нифига. Такие пещерные жилища. Прикольно. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Ничего себе тут проходы. Входы, переходы. Ух ты. Прикольно. Красота. Обалденный вид. Севастополь. Какие тут проходы, ходы, переходы. Обалдеть. Такая маленькая. Прикольно. Опа. Два по два. Такие вот поросшие плющом красивое жилище. Тут везде на каждом шагу. И ответственная пропасть вниз. Ох, красота. Ух ты, ничего себе, тут так. Да, тут несколько этажей, два. Треугольная рюмка такая. Маленькое окошко. Заложенный вход. Современный. Да, здорово.
Забавно. Это водосток. Если течет, то вода будет текать. Нормально. Вот такое окошко. Вот просыпался кто-то с утра пораньше и мог любоваться вот таким видом. Прямо из окна. Такие вот проходики тут везде. Маленькие пещерки, вырубленные ступеньки. Вот. Более высокий ярус. Забавно. Вот эти типа окошки, чтобы было посветлее. О, ром. Вот в некоторых есть дырочки, а в некоторых нет. Прикольно. Вот такие вот дырки. Пещера вниз. Уходящие. Тут повсюду. Пещерные дома. О. Немножко обвалилось. Фига, что же прикольно. Ух. Ничего себе. Вот, тут у нас такие хоромы. Венеция. Красота. Ух ты, это что? Люк в подпол был. Да, типа хавка, погреб. Наверное. О, красотища. Комната с ящерицами. Прикольно. Что такое впечатление, что это система какая-то хитрая. Водоснабжение у них было. Ух ты, какая красота. Все порошло плещом. Зеленая крыша. В результате забавно. С потрясающими видами. Красота. Охрененно. Поползай по дырочкам, не пожалеешь. Они все очень красивые и интересные. А где что третий ярус-то? Первый, второй. Вот там третий выходит. Да, слушай, точно третий. Есть, круто. Какая красота. Да, прикольно. О, какая красота. Да, обалдеть. Вот они. Пещерные домики. Красотень, да и только. Пепельца.
Ну вот, я на крыше мира. Ну вот, я точно на крыше мира. На самом-самом выступе. Какие тут чуть такие жилища выбитые в камне. Красота. Это двухспальная хатка. Двухкомнатная квартира. Однокомнатная, но с большой комнатой, видимо, для холостяка. В общем, вот такая вот удивительная гора с кучей жилищ. Удивительно большой пещерный город. Везде такие чёсы, камни, тут потолок. О, вот здесь можно спуститься, кажись. Ух ты, ничего себе, тут проход на второй ярус ниже сразу. О, да, что-то там еще можно походить. Очень круто. Вот откуда пошли таунхаусы. Сразу строили двухэтажными. Ну-ка. Опа. Еще один люк. Да, люк. На следующий ярус ниже. Вот эти. Тут скала. Тесно за стеной. Класс. Вот тут люди жили. Да, 350 домиков, говорят. Стрёмно? Круто. Стрёмно, да, вообще. Не надо ходить сюда. Оттуда спустился, да? Куда? На камень тут? Ну да. На камень. Не ходи. Особливо. Ну вот да, вот. Вот так вот уже достаточно. Ху-ху! Да, бездна. Прям обрыв туда. Посмотрите, Костя, смотри. Видишь? Да, в дырке кость. Человеческая. Очевидно. О, какая красота. О, смотрите, закрученное дерево. Как на товаре. Видите, оно тоже закрутилось. Но реально все перекрученное. Видимо, здесь тоже какая-то геомагнитная аномалия, это место силы. Наверное, здесь тоже маги кололи камни любовью. Тут тень и такой крутянский. О, смотри-ка, нифига, Юрка, спускайся сюда, тут вообще бомба. Да тут не то слово, тут мало то, что гробы, тут вообще... Здесь тоже самое. Смотри.
Смотри сюда, иди вниз. Фонаришь. Такого еще не видел ты. Ух ты. Обалдеть. Это явно какой-то храм был. Вот тут даже иконки сейчас стоят современные. Видимо, тут был храм. Ого. Наташ, ты тоже иди. Красота. Да, вот это помещение, я понимаю. Это действительно церковь, похоже, была. Каменная церковь. Вот там тоже две гробы. Угу. Видимо, да. Сверху видел, да? Чего себе такая? Церковь не церковь, что это? 1940 год. Люди поднимались давно сюда. Вот такая вот церквушка, выбитая в камне. Круто. О, какие камни, о, какие кости. Вот, я думаю, что это те самые захоронения, лежат на месте еще остатки. Потому что могила разграблена, но кости остались. Да. Красота. Реально большое помещение. Круто. Кушка, видимо, какая-то. Да, и гробы здесь лежали явно. С усопшими. Сейчас посмотрим. Ой, красота. Ну, в общем, да, наверное, это была какая-то особая святая церковь, или я не знаю, что это. О. Да, смотри. Тут еще прям такие гробики. Да, вот отсюда я камеру усовывал. Сюда. Ну вот. И кости видел, Юрка? Нет. А я туда не спускался, у меня какая-то лестница смутилась. Вдруг еще провалился. Угу, смотри, вон. Есть кости. О, да. Круто. Еще местами остались настоящие кости. Лежать в гробах. Тихо, да. Да. Да, тоже было что-то большое. Даже не знаю. Это захоронение большого толстого дяди. Очень толстого, очень большого. Наме. Пароль. Скажи пароль, я говорю пароль. Пароль на букву М. Пускай угадает. Пароль на букву М. Мне все можно. Пароль не верю. Конечно, вот здесь стрёмно. Да, ничего себе, так камушек, да, торчит. Кажется, что вот-вот на тебя упадет. Ух ты, колонна, да, фига. Вот тут еще. Ну, сейчас давай-ка я достану. Даже фонарик достану, вроде такого дела. Ой, да, прикольно. Перегородка. Уже просто двухкомнатная квартира. Да, красота. Ничего себе такие выдолбленные дома в камне. Вот мы дошли до сюда и пошли здесь налево. Как раз пошли по второму ярусу. Вот это вот второй ярус. Высоты, да? А, вот же. Вот это первая, а третья. Да. А нам нужен третий, самый секретный. Тропинка вниз. Да. О, какие домики. Это второй все ярус. Да. Ух ты, летучая мышь летела. Да? Да. О, летает. Вон, я ее засниму сейчас. Она села. Вот туда. На втором? Да. Вот здесь она где-то. Сейчас мы ее застримаем.
Да, туда щель залетела. Не вижу я ее. Вообще? Да. Залез, Юрка? Я не видел, чтобы она вылетала, а вот посмотри там в щели. Может, шуганешь ее? А, нет, нет, за тобой прямо. Вот куда я свечу. Вот в этой щели. Сейчас я палочку возьму. Не хочу туда руку совать. Не, руку не надо совать. Нет, 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 левее, левее, левее. От меня левее, и от тебя левее. Да, сюда. Вот где-то там. Вот, левее они даже сходятся две. Опс, вылетело. Да? Да, снаружи вылетело. Обалдеть. Я же испугался. Ага. Ты ее выгнал, она вылетела снаружи. Там, видимо, насквозь проходит. Еще посмотрим, ага. Ну, какая красота. Выгнали бедную летучую мышку из дома. Вот какие мы нехорошие. Да, ну тут второй ярус. Не третий. Хотя, вот люлька прям таки выдолбленная. Мы идем искать третий ярус пещер. Говорят, он где-то здесь. Ну вот там есть третий ярус, точно. Вот где, соответственно, утес, где красивые виды, где нет деревьев. Мы идем чуть ниже и попробуем его найти. Ну вот, нам показали третий ярус. Мы сейчас будем спускаться к нему. Какая красота. Да, спуск, конечно, чреват, но возможен. Да, вот. Еще пещера большая. Ух ты, ничего себе тут ярус-то. Тут можно будет идти спокойно. Тут перегородки такие поломанные между ними. Смотрим, в ту сторону попробуем идти. Там хороший проход, даже можно не подниматься, здесь по нему выйти. Куда-то там дальше. Идем сюда, пещера. Третий ярус тяжел. И к нему тернист и сложен. Но проходим. Тропинка для посещения третьего яруса. Да. Ух ты, нифига себе, они тут большие. Да. Нет, VIP типа наверху были. Как говорят, а это все типа для обслуживающего персонала. Но правда они тут такие здоровые. О, какая прелесть. Ни хрена тут такие высоченные дуры. Да, большие залы. Огромные комнатухи. Красоте. Да, бабочки здесь ночуют. Пещерные бабочки. Большие помещения. Да, обалдеть. Красота. Ну что тут? Маленькая? Да, ну вот та-то была, блин, будьте нате. Впечатлила. Не кисло. Хоть третий ярус вроде как типа самая элита жила наверху. Ну а площади-то какие? Ну, может быть, кстати, тут были конюшни. Че? Ну да. Как-то пахнет, согласен. Фух. Странно. Ух ты. Ой, какие проходики. Да. Большой ярус. Красотища. Ух ты, да.
А тут окошечко. Только хрен туда пролезешь. Без альпинистской обвязки. О, кто-то ящик приволок с бутылками. Сюда. Ух ты. Большая. Тут какие-то птицы. О, какие красивые. Вау, улетела. Красивая птица. О. Ух ты, ящерки какие бегали. Здесь. О, ватник. Тонгу, змеи, загмои. Ничего себе тут. Животные прыгучие. Сейчас я ее засвечу. Это не змея. Это, конечно, мышка. Очевидно, мышки тут тоже поселились. Где? Оп. О, какая. Ой, вы жук ползает. Да, и мишку бедного. Она бежит на тебя. Все. Мышка. Все, охубёбла. Мы ее загоняли. Че? Здесь, наверное, гнездо. Да, видимо, да. Тоже люди редко ходят, вот мыши живут. У-у-у. Тут прямо обнаженные. Картина, тут Пикассо был, ночевал, видимо, наш современный. Ух, красота какая. Там вышка гнёма. Там их ещё гнездо. Да. Вот такие нарисованные люди. Прикольно. Так красиво летают из вертолета. Один и второй. Летят, махая. Причем мы сидим выше них. Вот так вот. Ну вот, сделав легкий привал, дали ножку передохнуть, чтобы они не подвели нас в ответственный момент. Мы идем дальше. А вот лавки. Не бегай. Да, тут... Блин, площадь впечатляет. Не знаю. Если тут жили рабы, то господа, да, жили, по-моему, не сильно лучше. Да, красота. Ух ты, бабочки какие. Вообще что-то непонятное. Что это? Окаменелое зерно? Смотри, еда оставшаяся какая-то. Фиг знает. Какашки. Да не, вряд ли. А что это? Бобы. Окаменелые оставшиеся бобы с тех времен. Да не, вряд ли. Тоже непонятно. Разложить еду. Странно. Что-то странное. Ой, какая красота. Ух ты! Фига тут. Какие проходы. Так, красотень. О, какая красота. Обалдеть. Большие хаты. Где наша мама? А, тут наша. Тут наша мама. Потихонечку. Потихонечку идет. Молодец. Да, ух ты. Что за звук? Ящерицы, наверное, бегают. Ух ты. Да, такая маленькая комнатушка.
непонятно какой-то прорезью, непонятно подо что. Что это за прорезь? Странная. Ну, моя теория о пришельцах. Видимо, сверху жили люди, а здесь жили, были пришельцы. И люди захватили пришельцев, и они были в расположении людей. Вот. Вот сверху нормальные человеческие жилища, а тут, видишь, соты какие-то. Ой. А вот камень тоже, видимо, расколотый любовью, по-любому. Большой. О, как. Какой звук, да? Обалдеть. Красота. Лепота. О, какая красота. Да тут охрененно. Птицы летают. Ух ты, смотри, какая дырочка. Да. Заканчивается тупиком, да. Рассверлили отверстие. Кто ж так царапал-то под одним углом причем, да? Чем так долбили, интересно. Прошкрябано, да. Не совсем равномерно. Такие вот ниши выдолблены. Тоже зачем? Свет, видимо. Все-таки свет. Вот. О, какие тут. Раз, два, три. Три этажа. Многоэтажные дома. Были. Да. Вот уж тут проходы-то проходы. Тут те лазейки, тут те лазейки. Красота, да и только. Фига тут ящерки. Ой. Вот мы значительно ниже. Уже находимся. На третьем ярусе пещера. Ух ты. Большие они тут. По-моему, просто проход уже на второй ярус получается. Скорее всего. Да, я думаю, что да. О! Какой пик. Ладно, идемте обратно. Тут явно идет она обратно на второй ярус. С третьего. Возвращаемся по третьему ярусу в сторону машины. Красота. Красота.
Ну вот, наконец-то пробравшись через бурелом, мы вышли к тропинке. Предположительно нашей, ведущей к машине. Ну что ж, мы все спускаемся и спускаемся. Господи, как же мы тут поднимались-то? Его вот спускаемся уже вот так. Да, уже последнее воздыхание. Да. Но мы скоро спустимся. И это хорошо. Да, тут все шуршит всегда. Да, громко шуршит. Ира, прикинь, там кабан. Шансы есть. Сайпетри, оживший кабан. Так они здесь есть. Да ладно. Я не шучу, серьезно. Самые те самые места. А вот вершина, с которой мы только что спустились. Вот он. Замечательный пещерный город. Боже. Вот третий ярус, по которому мы ходили долго и упорно. А вот второй ярус, его видно хорошо. Да, и вот там дальше на самом верху третий ярус. Вот по всем тем местам, вот так вот высоко, да. Мы только что скакали. Здорово. Да, в общем, отлично. Нам очень понравилось. Это потрясающе красивый, действительно, пещерный город. Всем рекомендуем. Большое, красивое озеро внизу. И заходящее солнце. Купаться мы не пойдем, нам лень. Мы хотим есть. Ну вот, мы приехали в Чебуречную. Похоже, что вот это нам рекламировали наши родственники. Попробуем покушать. Еще не слишком поздно.